Христос воскрес! Воистину воскрес, Александр! Христос! Воистину воскрес! Да. Приветствую вас, Игнатий Тихонович. Вы можете со мной поговорить? Время есть? Давай. Я сейчас прикрою, давай. Тут, чтобы я свет сейчас... сильно не падал, а то я освещаю. Так лучше? Вас сильно свет тоже освещает. Да, да. Его нельзя сделать поменьше? Вот так. Так лучше, да? Получше, конечно. Да, Геннадий Тихонович, у меня такие вопросы по поводу еврейского народа. Да. По поводу избрания народа, что Господь избрал Израиль, и он остается избранным народом. Не русский народ, не еще какой-то народ. Все говорят об избрании, что это еврейского народа касается. Только... что Бог не отверг народ свой, а до полного числа язычников пока войдет, ослепление их до времени. И вот такой еще вопрос по евреям. Второй вопрос. Это о том, что многие хазары, когда Хазария была, то многих обратили в иудейство. Они не есть евреи. Они хазары, обращенные в иудейство. Ну и что? То есть они никогда, их предки никогда не были в Палестине. Это нам так преподают. Нам то так преподают. Преподают так, и нам это знать не надо. Как говорят, так и пусть будет. Туда не надо глядеть даже. Это к спасению никакого процента не имеет. Хазария, все слова выкинь. Это не библейское, и нам знать не надо. Мы услышали, поняли, ну и до свидания. Мне нужно знать Святую Библию и как жить по ней. Но я хотел понять отношение к ним. К ним обетований же нет, они не являются дети Авраама. А вы не спрашиваете, зачем это? Это не надо, это праздные вопросы. Библия их не ставит вам зачем. Вы уже увлекаетесь каким-то ветром учения, написано. Бесконечное родословие, которое они несут назидание в вере. Павел прямо об этом сказал. Не надо. Благословения, какие кто обратился, тот спасен. О том это конца не будет. У меня был один, да, пришлось с ним расстаться. Он не может вылезти. Эти вопросы очень липучие. Как муха на липучку. Села там и все. Бог разберется, он создал. Не я их творил. Да, но есть обетование именно для евреев. Которые именно для евреев обетование в Библии. Но от них родился... И Христос. Вот такой еще один вопрос. Что-то плохо. Да, да. Я это понимаю. Если по крови они не являются евреи, они не евреи, просто обращенные в иудейство и все. Ну, только говорят, им обетование, нам говорят так. И вот такой еще вопрос по поводу того, что последние времена и еврейский народ должен собраться в Израиле в последнее время. Бог обещал их собрать. Югу, западу, скажет, не удержи, отпустить Израиль. Что они должны собраться в Израиле. А сейчас я жил вот в Израиле, там полукровки, там евреев очень мало, как таково. Евреи продолжают жить в Канаде, в Америке, в Австрии, там, в Европе. Они не собираются возвращаться в сам Израиль, хотя Израиль уже есть. Бог же обещал, что они должны собраться. Бог соберет их в Израиле. Ну, каким путем он их соберет? Я попрошу вас Библию открыть, 13 глава, 15 стих. Это 13 глава, 14 стих. Запиши, пророк Исаия. А послание Исаия? Исаия, пророка. Тогда каждый... Ага, 13 глава. 14 стих. Считай. Скорее. Сейчас. Да. Исаия 13:14. 13:14. Тогда каждый, как преследуемое серно и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою
землю. То есть из Украины Но к нам... кто? Все, довольно, довольно. Вот. Кто попадется, будет пронзен, кого схватят, тот пойдет отмечать. Вот тебе, пожалуйста, и Майдан Украины. Оттуда гонят русских, чтобы шли домой, в Россию. Каждый народ побежит в свою землю. И все кончилось. Дальше Иеремия 16:16. Запиши. Книга пророка Иеремии 16:16. Долго ищешь. Я буду считать. Вот. Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелья скал. Это речь идет об евреях. Какие бы они должности не занимали, на горах сидели, это гора, какие бы они хорошие там администраторы не были, врачи, музыканты, Аркадий Райкины, они все это бросят и побегут нам вначале рыболовы. То есть, и будут говорить, в Израиле хорошо, два урожая собирают, теперь на нас палестинцы не нападают, рыболова на крючок, на червячка. А они не понимают этого. Тогда Господь пошлет охотников. То есть, везде начнется гонение на них, гонение. И их погонят домой, это от Бога. Но охотники получат за это свое возмездие. И они возвратятся со всякого холма. Это конкретно об евреях, а просчитанное Исаии каждому народу. Ответ закончился. Слушаю. Да, я вот так и понимал. Я так и понимал, что это будут проповедники, которые будут призывать. Там у них есть журнал такой издавался, миссионерский, чтобы возвращались евреи в Израиль. И потом это победят националистические организации во всем мире, и они начнут изгонять евреев. Так Бог соберет. Я тоже так именно и думал. Да. То есть я рад, что правильно думал. Да, все так и есть. Да, вот спасибо. У меня такие короткие вот по еврейскому вопросу, да, что так, волновало что? Меня, что... Еще что у вас? Я думаю, что, так, что Россия потерпела поражение из-за того, что она возвысилась. Она дикая маслина, и она возвысилась. Из-за этого пала. Да. Потому это что причина. Все-таки говорят, евреи – странный народ. А мы начали Говори. Начали возвышаться. Вот мы великие, мы нас Матерь Божья покрывает, мы вот великие, у нас святые великие. Мы вот начали гордиться своими отцами святыми, своим прошлым. И вот поэтому мы как дикая маслина, ничего не осталось, все. А ты, дикая маслина, бойся, верой держись, а веры-то нету. Все, и мы пали, и крушение наше страшное. Да. Спасибо, Господи. Я благодарен вам за ваши ответы. Христос воскрес. Поздравляю всех с Пасхой, всех братьев, всех, кто рядом с вами. Христос воскрес. У меня один пришел. Спасибо, Христос. Пришел на встречу и спрашивает, а вы Ветхий Завет читали? Я говорю, слышал, что-то такое есть. Ну, еще больше нету? Да. А, слушай, Шереметьев. Нет, вот это вы разговариваете с одним братом, Борода. А, да. Еще я... Бородатый такой брат, который с Сиэтла. Он с Вашингтона, штат Вашингтон, Спокен гора. Он на машине все время едет. Да. Да, он с моей женой вместе ходит в баптистское собрание вместе. Она его все время видит, он там сидит. Их братья. Он не один, у него братья есть еще. Вот видишь как, пора. Я жене все время говорю, вот, послушай Лапкина, да. Иначе Лапкина послушай. А вы знаете, какую роль занимали князья Шереметьевы в России? Кто они такие были? Ну, занимали, да. Ну, графский род, это у меня бабушка Шереметьева. Они большую роль сыграли. Моя бабушка. Большую роль сыграли в российском государстве. Да. И Тихвинская икона связана с нами. Тихвинская икона. И я родился на Тихвинскую. И родом на территории Тихвинского монастыря. Я и родился на Тихвинскую, на территории Тихвинского монастыря. И Курско-Коренную, когда я ездил, там тоже Шереметьевы приложили руку. Курская область, там Курско-Коренная икона, которая в Америке сейчас. То есть у нас связано с
с этой иконой, я ездил туда, которая в Америке была икона, вот, она сейчас находится у нас в России. Так, все у вас, ничего больше? Да, связано, даже с Романовым связано, кстати. Так, ничего да, больше? Да, вопросов ничего нету нет, больше? Спасибо, Господи. Вопросов нет? Нету. Ну, с Богом. Во славу Божию. С Богом, Христос вас. Спасибо. Поистину вас. Поистину вас. Вот и все. Видишь, Шереметьев пришел. Вот у него знатные предки были. В историю российского государства. А у меня никого не было знатных. Мы никакие. Мы сами своим путем идем. Родитель у меня был пастух. Ну и как хочешь, так и понимай. Благословен Господь.